Новости и тренды пластической хирургии. Мнение спикеров Moscow Breast Meeting. У меня для вас хорошие новости. Реконструктивные пластические хирурги совершенно не хотят утомляться в операционной. Они сидят в своих офисах, пьют кофе, а за них работают роботы. Это замечательно для пациента, это не утомительно для доктора. Это что-то новое, современное, необычное. Ну, еще один момент, который будет новым трендом, это наложение анатомических структур конкретного пациента и возможность визуализации анатомических структур во время выполнения хирургических операций. Я думаю, что это ситуация недалекого будущего, и, может быть, в следующем году мы уже увидим вот такие вот операции с определенными шлемами, когда хирург видит всю подноготную пациента с сосудами, с нервами, с опасными зонами, поэтому будем ждать, наблюдать, надеяться и, в общем-то, радоваться этому. Новости и тренды пластической хирургии. Мнение спикеров Moscow Breast Meeting.